Секундочку. Yes. Все враги в округе. Никто из нашего клана не может пропадать просто так. Мы будем искать. Мы ее найдем. Да. И если кто-то виноват в ее исчезновении... Еще раз подожди. Тебя потрясает, может быть? Нормально, да? Сейчас нормально. Мы прочешем все леса, все враги в округе. Через стоп, ребята. Давай, я забыла, что мы дальше делаем. Леса, блядь, овраги, и что будет, и мы, никто не может пропадать. Что ж, я туплю, блядь. Скажи, там, что да, ну я хотела вспомнить, Леш, я надеялась на тебя. Мы прочешем все леса, все овраги в округе. Никто из нашей семьи не может пропадать просто так. Мы будем искать, и мы найдем ее. А если кто-то виноват в ее исчезновении, он за это ответит! Да! Клянусь честью! Клянусь честью! Блять, нет, это с честью, хуйня какая-то, Леша. Покрупнее теперь возьми, Слав. И вот сейчас, Карина, оставляем, как и было. Угу. Сейчас попробуем еще больше. Угу. Значит, когда слюни вылетают. Угу. Мы будем искать! И мы найдем ее! А теперь попробуй, стоп. И попробуй сказать, он за это ответит в камеру. Прям конкретно. Ага. Это я все буду для монтажа пилить. И вот туда, значит, пя-пя-пя-пя-пя. Он за это ответит, он все за это ответит. Прям не бойся, нахуй. Угу. Он за это ответит. Прям, чтобы аж, блядь, у тебя лицо перекосило. Угу. Вот. Светил? Да. Не бойся, если лицо у тебя чуть-чуть даже, блядь, перекосить, суки, блядь. Есть. Я бы еще губы крупно снял, честно, прям вот. Губы? Прям, да. Давай, давай. Какой-то давай. Момент. Давай. Да. Прям крупнее бери. Вот этот, знаешь, тот, он за это ответит. Давай. Да. Он за это ответит. Во, хорошо так. Он за это ответит. Yeah. Стоп, есть, да. Все классно, отлично, блядь. Погнали. Отличный кадр был. Uh-huh. Пошли. Очень хорошее лицо. Наташа, посмотрим, что там оделся. Наташа, ты королева!